Всем привет! В новом 2017 году мы решили делать небольшие репортажики с наших путешествий. Немножко покажем, как мы ездим, что мы делаем, как запускаем нашу технику. Не покажем, не покажем. Не, про технику, ладно, про технику забудьте. Ну, хотя бы посмотрите, как мы двигаемся, жрем, спим. Некоторые, да, очень. В конце должен остаться только один. Да. В общем, наш корабль готов к взлету. Мы отправляемся из аэропорта в Загреб в сторону Плитвицких озер. Погода замечательная. На улице мороз минус 10. Солнце, дымка, красота. В машине у нас жарень. Что-то у нас жарень, кстати, в машине. Поменьше сделай, 27 градусов. 29 градусов. Кто это поставил нас? Палец не нужен. Еще мы удивляемся. Что нам так жарко-то стало вдруг? О, красота пошла. Окей, погнали, Серега. Серега у меня будет немного сегодня оператором, наверное, эпизодическим. Ну, давай. Так, ну что, поехали. Значит, запись стоит, да? Конечно. Радикальная смена обстановки дорожной произошла. Нормальная дорога закончилась. Сейчас мы гребем всеми колесами четырьмя. По снежному ездить. Ехать нам еще 50 километров по такой дороге. Так весело, в общем. Жизнь в деревне чувствуется. Народ ходит. Все не вымершее. Трилл Сия и Шон Пол на Эвелин Глазбер Микс Бок. Сними это, не вот как он забрать. Должен и ты, Кинг Кросс, Чак Ньоми, Разъезда, и эта серия называется «Куда идем мы с пятачком?» Куда идем мы с пятачком, да? Пятачок, куда ты меня ведешь? А? Он явно ведет меня в темный лес. Все это плохо кончится. Пятачок, куда ты нас завел? А? Ну-ка, докладывай. Потерялись. Докладывай. Завел нас куда-то. Но все расчищено, люди здесь бывают. Один, маленький. Вообще красиво вокруг, да.
Красиво, блин, вокруг, красиво. Спору нет. Темнеет, правда, уже. Он хочет здесь зимовать. Остаемся зимовать. Все пути к отступлению отрезаны, кругом снег. Других выходов нет. Так, давай культурно себя веди. Вот-то мы так живем. Живем с Шандином. Вот, да. Сейчас вот. Будем жечь костер. Сейчас костер будем разжигать. Вот, вот, под дербанем будем жечь, чтобы не замерзли. Короче, репортажи замерзающих полярников. О, качка, качка. Нас тут не ждали, по ходу дела, в этом отеле. Совершенно. Короче, первый был вопрос деда, хозяина, когда мы заезжали в Адрон, нахера вы сюда претесь? Вы что, не видите, сколько снега вокруг? Вот, в итоге, короче, мы приехали, мы единственные жильцы в этом доме, вот, и как следствие, никто нас здесь особо не ждал, батареи включили, наверное, только час назад или два. В общем, когда мы сюда заселялись, в комнате был минус, сейчас здесь плюс, но он такой очень плюс. Очень относительный. Наверное, Серега готовится ко сну. Да, готовимся ко сну, потому как... Замерзаем, но не сдаемся. Ну, реально ни в чем другом. Хотя все очень прилично выглядит. Так, не хулигань. Все очень прилично выглядит, как бы, да, но Калашмастер явно здесь, в общем, для летнего отдыха комната. И живут здесь в основном летом. Туристов сейчас здесь вообще нет. Так. Я подготовился, и теперь мне не страшен холод. Утро второго дня. Ну, что сказать. Ночью, конечно, мы не замерзли, но было не шоколадно. Вот, сейчас прибыли на место. Пойдем в небольшую разведку, посмотрим точки, откуда снимать, куда можно залезть. Серега готовит оборудование для наземной съемки. Чего-то надеется, наверное, сегодня снять. Погода, правда, сильно нас не балует. Солнца нет с утра. Еще всю ночь опять снежок шел, похоже. Ну, будем надеяться, что сейчас увидим супер красоты Плитвицких озер. Ты готов, Серега? Нет. Не готов. Как обычно. Серега не готов. Какие-то влажные надежды на то, что я потащу эту палку. Не. Я себя потащу сейчас. Ну тогда завтра потащишь себя, а я пойду. Берешь палку? Да сейчас возьму. Смеяться. Вот, пришли, короче, на вход в парк. Дайте нам билеты на 2 дня. Тут есть двухдневный билет, он чуть-чуть дешевле получается, чем брать каждый день по билету. Нам кассирша говорит, вам не нужен билет на 2 дня, тут смотреть нечего 2 дня. Парк завален снегом, ходить некуда. Я говорю, все равно дайте, мы все равно придем. Ну, в общем, короче, дали нам 2 детских билета. Вот таких. Папа, папа, когда пойдем смотреть пингвинов? Пингвинов пойдем смотреть. Вот первая смотровая площадка с водопадом. Да, симпотно. Пиу. А, народ ходит, кстати, внизу, ты видишь? Я знаю, там вот тропа. Да. Ну это же главный каскад. Это главный каскад. Фоточки. Да, фоточки. Блин, я что-то в раздумьях. Ну, вот сверху можно там открыть. Ну я знаю, у меня он объяснил. Ну, я почитал вчера, как можно сверху. Как пролезть можно сверху, понятно, но блин. Это Поппинс. Это Поппинс, блин, отсюда летать. Здесь нас запалят с этой смотровой, если мы пытаемся. Нас здесь выдерут. А сверху туда взлететь будет очень тяжело. Вот так. Ну что, мы дошли до главного водопада. Красота вокруг. Рейнджеры бегают. Снимать там уже дроны дистилляторы разрешат. Будем сейчас искать обходные пути. Покажу вам эту красоту. Пока. Вот они так и выглядят.
Ой, будем думать, где нам здесь запрятаться, чтобы нас рейнджеры не прихватили на первом же взлете. Серега занят с подготовкой к съемке. С отмороженными GoPro-шками. А ты удержишь его там? Давай я, наверное, на пятку наступлю, если надо. Да, я на среднюю половину. Если хочешь, наступлю. А я бы хотел, чтобы ты его влево еще чуть-чуть задвинул. Ага, вот так. Все, ушел. Рыбак ловит рыбку. Значит, что выяснилось по результатам сегодняшнего дня? Можно сказать, что MapsMe вполне себе годный инструмент для поиска различных скрытых мест. Вот, благодаря этой карте, этой программке с картами, мы довольно быстренько и шустро с Серегой нашли три замечательных видовых точки на водопады. Вот одну из них вы можете видеть у меня за спиной. Супер точки, с которых мы ближайшие, может быть, завтра или послезавтра попробуем взлететь. Потому что сейчас зима, охраны здесь нет. Народу здесь тоже практически нет. Ну, на точке ходят, видно, что... Да, тропа протоптана. Некоторые там, да, протоптали тропу. Вот. Тропили и протопили. Внизу видно, значит, основную массу туристов, которые там сейчас шарятся по парку. Туристов сегодня что-то чрезвычайно, я бы сказал, много для зимы. Прям реальный трафик временами на тропках. Вот, а мы решили убраться с туристических мест, поискать какие-то видовые места, где народу нет практически. Ну вот три места нашли, одно из них мы вам сейчас показываем. Места прекрасные, водопады во льду, рыбы нет, только белки свирепствуют. Цапля. И медведь ходит на озеро пить. И цапля. Ну, цапля еще, да, вот, но она была замороженная какая-то и не опасна для нас. Так и живем.